клинику Медсервис обратился пациент 65 лет на УЗИ сердца, на эхо сердца. Его направил участковый терапевт. Мужчину беспокоили боли в области сердца в течение недели. Он прошел электрокардиограмму по месту жительства, на которой все было без патологии, и терапевт направил его на УЗИ сердца. Мы провели в нашей клинике пациенту эхокардиографию, сделали электрокардиограмму и обнаружили, что у него острый инфаркт. Пациент был госпитализирован в РКДЦ, где и прошел лечение. Я бы хотела сказать, что электрокардиограмма – это показатель текущего положения состояния сердца. То есть, когда мы спрашиваем пациентов, как давно вы обследовали сердце, они говорят: «Я делал электрокардиограмму, например, 2 месяца назад». Но это не говорит о том, что у вас 100% здоровое сердце. Это говорит о том, что у вас в момент, тогда, когда вам делали электрокардиограмму, все было хорошо. Все-таки обследование сердца включает в себя как холтеровское обследование, мониторирование и эхокардиограмма обязательно. Только на основании вот этих вот обследований можно дать какие-то прогнозы и поставить диагноз, здоровое сердце или нет. Поэтому только электрокардиограмма – это не показатель здорового сердца.